Ребята, всем привет! С вами Эрчи. Мы продолжаем проходить игрушку Risen 3 Titan Lord. Итак, в прошлой серии мы остановились на том, что подошли вот этим вот самым вроде как пиратам. И, наверное, у нас с ними будет драка. Но до этого давайте посмотрим, что вот тут у нас есть. Может, что-нибудь ценное отыщется. Шкатулка. Гляди, там что-то есть. Но похоже, туда никак не перебраться, если, конечно, не отрастить крылья. Так. У нас же вроде заклинание. Заклинаниями можно пользоваться только тогда, когда они назначены в ячейку для быстрого применения. Вот это вот мне интересно. Что за заклинание? А, кстати, нам не помешает еще, я думаю. Да, есть ром, которым лечиться-то надо. А то с теми тремя чувачками, боюсь, может понадобиться. Так, кровь — это лечение. Получается. Так, провиант. Попробуем провиант. Что такое делает? Ну-ка. Ага, провиант тоже нас лечит, но немножко медленнее. Ну, тоже неплохо, понятно. Так, давайте попробуем-ка это заклинание попугая. Летая попугаем, вы можете планировать сколько пожелаете. Можно использовать силу заклинания, чтобы набрать высоту. Если сила иссякла, можно планировать. Ух ты. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, нам сюда? Похоже на то. Что тут у нас? Золотое кольцо, ром и немножко золотишко. Ну, лишним не будет. Кукла Вуду. Так, а кукла Вуду для чего? Где они тут у нас? Да я не могу найти куклу Вуду. Или не вижу. Или... Странно. Ладно, потом найдем. Так, а как отсюда спуститься-то теперь? Фу. Почти половина жизни ушло. Так, ладненько, идем обратно к пиратам. И посмотрим, чего они от нас хотят. Так, автосохранение — это хорошо. Так, давайте-ка на всякий мы еще возьмем заклинание «Огненный дождь». Так, урон секунду, длительность. А где его дальность хотя бы там, или как оно действует? Обрушивает на врагов магический огонь, ну окей. Так. Чёртовы пираты, как всегда, я знала, что мы здесь будем не одни. Надо их остановить, иначе останемся ни с чем. В принципе, ты можешь убить их при помощи огненного дождя, лежащего у тебя в кармане. Ты прям мои мысли читаешь, сестра. Так, ну давайте... Так, ух ты. Так, я не понял, оно на меня тоже, что ли, действует? Так, не трогай-ка мою сестренку, а, упырь. Не такие уж, кстати, эти пираты и сильные, и злые. С животными гораздо сложнее драться. У пирата видно, когда он замахивается. Остальные могут быть внутри храма, говорит сестренка. Так, и какой у нас план, действительно?
К сожалению, мост перед храмом поднят. Это я вижу. Но если перебраться через реку, кажется, можно найти другой вход. Это непростая задача, но тебе она вполне по силам. Найди способ попасть в храм и опусти разводной мост. Я останусь здесь и буду наблюдать за храмом. Ну не уходи от меня. Походи со мной, пожалуйста. Сестренка. Так. Так, а мы можем что-нибудь на огне приготовить? Чтобы создавать предметы, выберите справа рецепт или чертеж. Когда вы получите все ингредиенты, их можно смешать или собрать. Так, ну давайте куриная ножка. Провианта получили. Ну, кстати, не лишнее. Учитывая то, что здоровье тут вроде вообще не регенится даже, когда ты не в бою. Так, трупы обыскали. Так, нам нужно храм. Обойти его вот с той стороны. Но давайте глянем сначала, что с этой стороны. Там вроде крокодил. Нет, красивая водичка, кто бы что ни говорил и не думал. Мне нравится. Нравится и графика. И водичка особенно. Так, но мне не нравятся крокодилы. Так, дружище, ты мертвый что ли? Или ты делаешь вид? Что спишь? Или ты спишь? Так, ну ладно, он меня в принципе не трогает, я его тоже не буду. На этом острове бешеные мартышки какие-то ненормальные, которые норовят на тебя напасть, а крокодилы вообще не трогают. Что тут происходит? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ты кто? Ой. Ты нехороший чувак. Поэтому я тебя буду рубить в капусту. 3 тонн. Готов. Что это такое? Каменный кристалл? Ну ладно, возьмем. Водопадик. Красивый. Хм. Крокодил. Не знаю, может он, конечно, мертвый. Но я что-то не хочу проверять. Так, в водопадах у нас тут ничего не спрятано. Похоже, что нет. Ладно, давайте побежим открывать этот самый мост. Сестренка, пойдем со мной. Later, maybe. Не хочет. Ну ладненько. Эх, сами как-нибудь справимся. Так, это опять этот синий чувак. Что он за мной ходит? Это снова он, призрак капитана. Но как это может быть? Что это значит? Возможно, я найду ответ в древнем храме. Возможно. Ой, тут так темно. А нет, уже не темно. И крысы опять. Гигантские. Почему? Так, 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 хватит. У меня теперь нету сестренки, так что натравливать ее на вас я не смогу. Готовы. Так, мяско, пожалуй, будем собирать, потому что провиант тут регенит жизни. Кто-то его убил. Это меня совсем не радует. Right.
Так, я внутри. Это вход в храм. Так. Крыска. Эй, крысища. Да ну что ж ты такая настырная-то, а? Давай, помирай, пожалуйста. Ну я ж просил тебя как человека. Я понимаю, что ты не человек, но все-таки нужно что-то человечное-то иметь. Так. Тут ничего интересненького нету. А что? Маска. Ну-ка. Интересно. Что за маска? Разбитая. Я подумал, можно будет ее надеть. Так, ладненько. Ура! Теперь к нам опять придет сестренка и будет ходить с нами, я надеюсь. Да, Петти присоединяется к группе. Привет, сестреночка. Почему ты так долго? В храме опасно. Нам нужно идти. Идем. Так. Тут открылась вроде дверка, да? Раньше ее вроде тут не было. Обнаружен главный зал древнего храма. Ох ты, ох ты, ох ты, ох ты, ох ты, это кто? Нежить какая-то. Вроде бы. Да ладно тебе, ну что ты такой? Нет, я, пожалуй, пойду сестренке помогу. Сестра, давай. Руби. Молодец. Эй-эй-эй. Ты на кого замахнулся? Вот так вот. Валяйся тут. Старый меч. Старый меч. Острый глаз. Что такое острый глаз? Я почему-то не могу найти не острый глаз. О, сережка. Зато можно надеть сережку, это хорошо. И кольцо. Ладно. Никуда острый глаз не денется, я думаю, если я его подобрал. Найду все равно потом в инвентаре. Так, куда идем? Прямо или направо? Конечно же направо. Так. Петти со мной не идет почему-то. Ну ладно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Чуть не провалились. Лучше перепрыгну. Так, там опять кто-то. Воин, ну хоть один. Чувачок. Так, этого можно бить. Два раза, на третий он... Чёрт. Ой, у меня жизни чуть не кончились все. Так, ты мне надоел. Давно пора было тебя пристрелить, конечно. Я не знаю, что я тут сюсюкался.
Так. Потырим золотишко. Это что такое, о, господи боже мой? Каменный паук. Сколько тут всяких тварей-то, а? Ну ладно, этот вроде какой-то не особо хоть сильный. Гадость какая. Так, как я понимаю, меня... Мне очень настойчиво намекают открыть этот саркофаг, но я как-то боюсь открывать саркофаги в каких-то странных храмах, где ходят ходячие трупы. Ну, ладно, что делать. Ритуальное зелье. И золото. Ну что, даже никто не вылезет? Ну ладно. Так, идем назад к Петти. Ой-о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 й
Так, а как мне вылезти-то отсюда? О, рычажок. Как предусмотрительно в ловушке делать рычажок, чтобы те, кого вы поймали, могли выбраться. Ну прям прелесть. Так, куда это мы вылезли? Ну, мы вылезли как раз туда, куда нужно. Ура! Пойти. Здесь похоронен капитан Роулинг, старый враг адмирала Альвареса. Значит, у нашего адмирала одним врагом меньше. Наверное, он искал то же, что и мы, великие сокровища Крабового берега. Не думаю, что храм так просто расстанется со своим богатством. Сколько мы выдержим, прежде чем нас постигнет та же участь? Ты что, струсила, сестрён? От этого места у меня мурашки по коже. Здесь что-то не так. Мы уже давно должны были что-то найти. Подсказку, знак, что угодно. Но мы еще не все осмотрели. Я не уверена, хочу ли я это делать, поэтому будь осторожен. Буду осторожен, окей? Но сохранюсь на всякий случай. Вроде ничего интересного. Так, что-то мне это не нравится. Так, 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 так. Это кто такие? Так, ну-ка, отвалили. Собачки. Нет, собачки, вы тоже какие-то слабые. Оп. Сестра, ну что ты бездействуешь? Давай атакуй. Вот, вот. Другое дело. Твари из ада. Задание выполнено. Что это за твари? И ты только посмотри на пещеру. Хрен его знает, я никогда таких раньше не видел. Мне это не нравится. В чем дело, сестричка, ты боишься? Давай, мы же дети капитана Стальная Борода. Величайшего капитана пиратов, тысяча чертей. Отец никогда бы не прошел бы мимо чего-нибудь такого, и мы не должны этого делать. Здесь что-то странное. Давай посмотрим. Осторожно, мы не знаем, что нас ждет впереди. Да ладно тебе. Если что, загрузимся. Прям проблему нашла. Так. Что-то эта пещерка выглядит как-то совсем по-другому.
нежели предыдущие. Так, это какой-то портал. Похоже на то. Лава. Интересно, упасть можно? Не трогай! Ну зачем? Ох ты! Ох ты, ох ты, ох ты! Сейчас опять, похоже, будет хорошенькая заруба. Или нет? Так, 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 эй, отпусти меня! Зачем ты на меня дышишь? Так, он на меня подышал. И я упал. Или он, наоборот, вытянул мою душу. Видишь, теперь у тебя есть свой собственный корабль. Да вы шутите, я чё, умер? А ну заткнись, я тебя вытащу. Нет. Слишком поздно. Нет. Нет, нет, так я не понял. И простите, кем мне дальше играть? Похоронили? Ну спасибо, сестренка. Goodbye. Прощай. Плачет с закрытым ртом и с какой-то улыбкой, по-моему. Ну, собственно, вот на этом мы и закончили проходить игру Risen 3. А нет, 3 недели спустя. Так, что-то какой-то индеец к могилке подошел к моей. Эй, ты что делаешь, вандал? Прекрати! Господи, он меня выкопал. Какого черта? Полегче, ты еще не готов, не торопись. Конечно, я не готов. Потерпи. Что ты со мной сделал? Не заморачивайся по этому поводу, тебе это ни к чему. Не все сразу. Душа минус один. После смерти, прежде чем рассудок прояснится, должно пройти некоторое время. Поверь мне, я знаю, о чем говорю. Однажды моя душа тоже побывала в преисподней. С моей душой все в порядке. Тогда скажи мне, почему тебя похоронили? Действительно. Решил немного вздремнуть? Послушай, я был... И где твои друзья? Ты же не сам сюда пришел. Пэтти. Точно, она похоронила тебя, и уже прошло немало времени. Но с этого дня я буду за тобой присматривать. Поэтому, пожалуйста, не теряй то, что от тебя осталось. Что со мной сделали тени? Они убили тебя и забрали твою душу в преисподнюю. Ты пустая оболочка без души. Печаль. Это только вопрос времени, когда ты превратишься в бездушного миньона преисподней. Почему я? Понятия не имею, но кто-то в преисподней тебя не взлюбил. Возможно, ты оказался в неправильное время в неправильном месте. Я в миньона преисподней? Да, мой друг, ты станешь демоном, приспешником преисподней. Ну, кстати, тоже неплохо, демоном. Это будет долгое и мучительное существование, которое завершится вечным проклятием.
Да, это меня утешает. На это у нас нет времени. Ты должен как можно быстрее найти свою душу, если не хочешь погибнуть. Ты ослаб и многое забыл. Тебе нужен могущественный маг, а лучше два. Поверь мне, жить без души нелегко. Так, действительно, как мы отсюда уедем? В заливе на якоре стоит мой шлюп. Это не боевой корабль, но он тоже неплох. Я хочу осмотреться. Делай, что хочешь, но помни, у тебя нет души. Не напоминай мне об этом! Если ты не хочешь превратиться в какого-нибудь демона, принимайся за работу. Если у тебя еще есть вопросы, я тут. Так. Новое задание, убираемся отсюда. Це усилить черты персонажа. Вы заработали достаточно силы, чтобы усилить черту. Изменения вступят в силу, когда вы покинете это меню. Хм. Так, что у нас тут? Ближний бой, дальний бой. Проворность. Влияние, выносливость. Ловкость. Магия. И дух. Влияет на уровни навыков, зелье варенья, астрального зрения. Ну что-то я, наверное, буду качать магию, потому что мне понравилось, как от моего огненного дождя помирали пираты. А в ближнем бою как-то мне ковыряться не особо понравилось. Уж очень хорошо противники мне противостоят. Ну хотя, может, это я такое днище. Но в любом случае, магию, мне кажется, будет как-то поинтереснее качать. Так, как тут она считается-то вообще? Магия Вуду, магия кристаллов, рунная магия. Так, это 2600 у меня осталось, как я понимаю. Так, выносливость. На уровень защиты доспехов от оружия и магии. Не знаю, качать или нет. Влияние. Да, интересно, интересно, интересно. Ну, давайте астральное зрение немножко качнем. Понятия не имею, что это такое. Да и магии побольше. Ну, собственно, все. Применить усиление черт, да. Смерть дала вам возможность заглядывать в преисподнюю, на кух. Дополнительные навыки помогут проще определять некоторые предметы в преисподней. Да. Кстати, для трупа, который 3 недели гнил под землей, я очень даже неплохо сохранился. Очень даже. Ох, так, ладненько, давайте, что у нас по заданиям? Вернуть свою душу и убраться отсюда как можно скорее, вот на вот этом маленьком кораблике, как я понимаю. Так, давайте перед этим-ка загасим вот этого вот маленького, который меня раздражает. Так, помогай, старичок. Ох. Готов. Так, вот на этой кровавой и жестокой ноте мы закончим серию. А в следующей отправимся искать свою душу. И, как я понимаю, наверное, наконец-то выберемся с этого острова. Ставьте лайк, если вам понравилось. И вы будете смотреть продолжение. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить его. Спасибо за просмотр и пока-пока.